В одном из своих видео я показал очень простое упражнение, которое помогает справиться людям с болью в пояснице и болью при седалищном нерве. Но меня стали просить о помощи люди, которые не могут выполнять данное упражнение в силу избыточного веса либо возраста, которые просто физически не могут закинуть ногу на ногу. Что делать в таком случае? Есть не менее эффективное упражнение. Все, что вам необходимо сделать, присесть на край, вытянуть проблематичную ногу вперед, потянуть на себя носок и устремиться вперед, вытягиваясь. Вы почувствуете натяжение по задней поверхности ноги и в области поясницы. Данное упражнение является не менее эффективным. Его очень легко и просто выполнять на работе, дома, не прибегая к каким-либо лекарственным средствам и оставаясь при этом здоровыми. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь.